Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня, наконец-то, долгожданное видео, которое я обещала очень давно. Вот, теперь уже, наконец-то, я эту вещь сделала. Вот, вяжем кофточку от Зара. В итоге финал вы видите, мне очень нравится результат, я довольна, носить буду с удовольствием. Вот, что и вам советую, стоит заморочиться. Вот, такой мой вердикт теперь по истечению всего процесса. Сказать по поводу пряжи. Пряжу я использовала чешского производства. Махер шерсть, здесь акрил махер шерсть, 50 граммов, 139 метров. То есть в 100 граммах 276 метров приблизительно. Можете использовать любую шерстяную ниточку. Подбирайте, это не обязательно махер. Махер, потому... Вот я ее хотела облегчить, исходя из ваших комментариев, писали там девчонки, что очень тяжелая оригинал. Вот я ее хотела максимально облегчить, да и пряжа у меня была. Вот, ну, по сути, я довольна. И еще одна подписчица писала, что она бы ее сделала из махера. Вот что я и, собственно, и сделала. Вот, так... Кто из России, девчонки, подбирайте, можете любую ализе взять в два сложения и вязать, тоже будет очень красиво, вот, либо шерсть. Кто Европа, девчонки, в течение 3 дней, здесь по Европе очень быстро, можете заказать у меня по ссылке под видео в описании, вот, посылается очень быстро. По Европе я имею в виду. В Америку идет долго. Я посылала очень долго с этим коронавирусом. Очень-очень долго идет. Вот. А я нахожусь в Европе, поэтому в Европе очень быстро. Все. Так, количество пряжи. Вот, размеры мы вяжем 3 размера. Почему? Потому что там ромбы, и мне так удобнее было как бы подогнать размер под ромбы. Вот такое вот разделение в размерах. Вот расход пряжи на каждый из размеров. Плотность вязания в 10 сантиметрах 20 петель. Это уже после обработки, поэтому обязательно вязать образец. Узоры тоже все будут под видео в описании. Все ссылки на все 3 узора, разбор узоров. Вот, обязательно вяжем образец, обрабатываем ВТО и после этого считаем плотность вязания. Только после этого. Так, что касается схем, будет вот в петле будет синим фломастером цифра написана, в сантиметрах будет зеленым фломастером написана циферка. Дальше для резинок у меня 2 миллиметра, очень тонкий, вязала очень туго, потому что пряжа тонкая и понимала, что будет разутюживаться, поэтому достаточно плотненько вязала спицы для резинки 2 миллиметра, для основного вязания 3,5 миллиметра. Ну и все, мы начинаем. Так, итак, начинать наш полет мы будем со спинки. Вернее, я уже начала из рукава и одной полочки, дабы перепроверить плотность и все остальное, и все остальные нюансы. Так, вот они наши размеры, и вот они наше количество петель. Все петли у нас набраны на тонкие спицы 2 миллиметра. Значит, набираем мы вот этим вот способом для резинки 2 на 2 петли. Видите, какая она получается симпатичная. И вяжем резинкой, соответственно. И вязала я 30 рядов, девчонки, то есть достаточно высокая резинка. Будем сейчас после резинки убавлять петли, для того, чтобы не было эффекта стянутости, которого у нас нет в оригинале. Значит, 30 рядов в сантиметрах, сейчас я вам скажу, 9 сантиметров. Если вы добавите до 10 сантиметров, будет еще лучше. Но я, так как я уже полочку связала, то я оставлю. Делаем вот таким вот образом. Значит, 2 лицевые мы закрываем, провязываем вместе. 2 изнаночные нормально. 2 лицевые вместе. 2 изнаночные просто провязываем. Так мы продолжаем до конца ряда. То есть... Каждую 4-ю петлю мы закрываем. Смотрим, видите, я закрыла по одной петли, 1/4 у меня. Итак, по итогу, после вот этих вот сокращений, у вас на спицах, у меня это 135 петель, у вас в зависимости от размера вот такое количество петель должно остаться. Итоговое количество петель, которое у нас должно быть после всех манипуляций, еще мы будем делать сокращение. Здесь у меня 10 рапортов, это не ряды, а рапорты. Здесь у меня 12 и здесь у меня 14. Это значит, что здесь 103 петли должно быть, здесь 123, а здесь 143. То есть 14 рапортов плюс 3 петли по 2 кромочные и 1 для завершения этого узора. А это значит, вот от этого числа 135 я отнимаю 123, это значит, что 12 петель мне нужно сократить. Это где-то через 11 петель. Вот если 135 петель разделить на 12, которые мне нужно сократить, это через 11 петель. Также вы высчитываете вот здесь, вот если 158 минус 143. 15 петель сократить надо, через 10 петель приблизительно. А здесь нам нужно сократить 123 минус, так, 135 минус 123, 12 петель мне нужно сократить. Да, все правильно, 12 петель. Здесь 118 минус 103. 15. Я перехожу на спицы 3,5 миллиметра и на чулочную вязку, то есть уже у меня лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А 11 и 12 я провязываю вместе. Итак, вот я провязала, девчонки, 1 лицевой. То есть сейчас перепроверьте. У вас по итогу должно быть вот такое вот количество петель для определенного размера. Вот так вот я разделю. Вот, у меня 123 петли, у меня все совпало, то есть 12 рапортов у меня здесь войдет. Я сейчас еще провяжу изнаночный ряд изнаночными петлями и буду вязать узор. Узор, девчонки, ссылки будут под видео, ссылки будут в конце видео. Вот, так что сначала первый узор ромбы, потом вот этот вот декоративный валик, потом вот этот вот третий узор. Все ссылки, все разборы всех узоров есть. И чередуем их, видите, по очереди. Вот. И продолжаем ровное вязание. То есть сейчас в изнаночном ряду вы... Вернее, сейчас вы посчитаете петли. Если, допустим, у вас там 1 или 2 петли лишние, вы их сократите и со следующего ряда начинаете вязать узор. Девчонки, вот смотрите, провязала я 5 рядов узором, да, остался у меня 6. В оригинале их там всего 3, но там другие тяжелые нитки, во-первых. Во-вторых, модель молодая, ей коротенькая, это ей в коротком хорошо. Так как я вяжу себе, то я решила удлинить, вот, и все равно 3, конечно, при нашей плотности это мало. Вот в идеале 4, вот если уже обработать, это будет 4, вот нормально. Это я просто говорю для того, кто хочет, как в оригинале, совсем коротенькую кофточку. Вот. У меня же, я потом все размеры я промерю. Это так, промежуточная информация, что у меня 5 полос, которые я чередовала. И теперь я буду делать скосы на плечи. Сейчас у меня на очереди вот эта вот полоса, которая... из 2 как бы узоров разделена. Вот. И что я делаю? Я буду вязать укороченными рядами. При этом выполняя узор. И для этих скосов, девчонки, я буду не довязывать по 6 петель. Так. Вот как раз у меня 6 петель, я поворачиваю, и эти петли вот так вот, не довязывая, здесь делаем, да, мы знаем, воздушную петлю для соединения последующего. Вот так вот незаконченными рядами, не заканчиваем мы в каждом ряду, так что в конце каждого ряда, в следующем ряду это будет вот здесь вот, следующие 6 петель, вот здесь вот, потому что вот эта петля не считается, и так далее. Так, далее, вот смотрите, девчонки, сейчас посмотрим, сколько раз, два, три, четыре раза здесь и 4 раза здесь у нас. Теперь нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно отделить вот 2 средних раппорта. В этом размере у меня их 12, в маленьком размере 10 и в самом большом размере 14. Значит, 1, 2, 3, 4, 5. Значит, здесь у меня 5. Я считаю по вот этих 2, 3, 4, 5. Ой. 1, 2, 3, 4, 5. Вот же половина, правильно? Вот здесь вот я неправильно подцепила. То есть 5 и 5 по бокам и 2 посредине. В маленьком размере 4 и 4 по бокам. Раз, два. И 2 посредине. В большом размере 6 и 6 по бокам. 2 посредине. Вот, теперь здесь по бокам мы продолжаем все-таки вязать эти укороченные ряды, притом мы вяжем по узор, продолжаем, выполняем узор при этом. Если вы решили делать короче, то у вас, возможно, будет вот этот вот узор, поэтому у всех по-разному, да. На узоре я не останавливаюсь. Теперь мы разделим вязание на 2 половины и каждую из них закончим отдельно. Ой, здесь лицевые, видите. Так, ну здесь я уже не буду делать узор, потому что здесь эти петли потом сократятся, там ничего видно не будет. Значит, я закрываю вот эти вот средние 20 петель, которые я обозначила для горловины. Горловину вырез, как бы выемку эту, ой, господи, для горловины большую делать не будем, небольшую, чтобы просто планка хорошо села. У нас там нет ни капюшона, ни воротника, ничего такого, нам просто нужно, чтобы хорошо улеглась планка. Так. И вот у нас разделено, как бы разделены 2 плеча. Теперь продолжаем вязать каждое отдельно, при этом здесь продолжаем делать незаконченные ряды, которые у нас будут сюда передвигаться, а здесь закроем еще 4 петли, 2 раза по 2 петли сделаем здесь сокращение. Вот видите, девчонки, я провязала еще 2 раза, здесь закрыла по 2 петли. И все, теперь я соединяю все вот эти вот петли и закрою все, как бы, незаконченные ряды соединю. Для этого вот эту воздушную петлю провязываем со следующей лицевой. И еще провяжу после этого изнаночный ряд и все петли закрою. Так, что хочу еще сказать, для размера, маленького размера, здесь для скоса делаем, оставляем не по 6, а по 5 петель, потому что там петель будет меньше, оставляем всего по 5 петель для скоса, и для большого так же, как и здесь, в принципе, вот, это нюансы по размерам. Далее тоже смотрите, как вы любите по горловине. Если вы любите такой, ну, глубокий вырез, то делайте Здесь можете сделать меньше или больше тоже петель, как бы в зависимости от ваших пожеланий, какой вырез вы хотите. Вот. Уже или шире. Вот, тоже можно регулировать каждый размер из ваших. То есть вы даже визуально уже по образцу будете видеть, как бы сколько вы примерно хотите эту горловинку. И по этому рассчитывайте горловину. Я такое. Ну все, я довяжу ряд до конца, изнаночный, все закрою. И эту сторону довяжу точно так же. Далее мы продолжаем вязать полочки. Значит, для полочки я набираем вот такое вот количество петель, вяжем резинкой 2 на 2, все точно так же, как спинка, 30 рядов, и далее все повторяем точно так же. Значит, один ряд мы провязываем, сокращая все лицевые, как бы, петли, провязывая по 2 вместе. После первого, как бы, закрытия у нас здесь остается где-то, опять же повторюсь, это приблизительно. Вот мы посчитаем, сколько здесь петель осталось, и закроем. Значит, по итогу у нас что должно получиться после всех закрытий, да? Здесь у нас 5 рапортов, это значит 53 петли. Здесь у нас должно быть 6 рапортов, это 63 петли. Здесь у нас должно быть 7 рапортов, это 73 петли. Это значит, что здесь нам нужно убрать еще 7 петель, здесь нужно убрать 5 петель, здесь нужно закрыть 4 петли. Что я сейчас и делаю? Я перейду на вот эти вот спицы потолще, которые 3,5, и равномерно распределив, закрою 4 петли и перейду на основной узор, то есть добьюсь того, чтобы у меня было нужное количество петель после закрытия. Итак, вот наши следующие действия, да, для полочек. 2 полосы узора я провязала, сейчас вам скажу, сколько это в сантиметрах ориентировочно. Конечную цифру в сантиметрах я скажу после обработки. То есть от начала вязания это где-то 22 сантиметра всего лишь. Ну, понятное дело, что там добавится. Далее я начала убавлять петли в каждом 4-м ряду, то есть через 3 ряда, но вот пропускала вот эту вот часть, как бы не убавляла в этой части. Соответственно, вторая часть у меня в зеркальном отображении вот так вот это выглядит, да. И в 3 полосах я буду делать убавление, в 4-й я еще добавлю для скоса плеча укороченные ряды. Сейчас же я делаю убавление. Видите, вот 2 полосы узора, и после 2 полос идет вырез. Итак, таким образом мы заканчиваем обе половинки. Давайте я сейчас опять же в сантиметр всего. Точно так же я продублировала спинку, 6 полос, как бы в 6-й уже я закончила. Давайте вот эти, вот я нарисовала здесь сантиметры, я потом дорисую. Значит, 6 полосок узора, это у меня, у вас может быть и 5 полосок узора в зависимости от длины, которую вы хотите. Значит, здесь у меня, значит, на спинке мы сокращали 28 петель, значит, здесь у меня сокращено 14 петель. Вот. А здесь 5 либо 6 и 6 я пишу, то есть по 5 петель для скоса, для вот этих вот скосов для маленького размера, и 6 для больших размеров То есть, в принципе, эту часть мы дублируем со спинки. Вот. Ну, в принципе, все, я думаю, понятно. Тут классические. Итак, девчонки, последний штрих у нас — это наш рукав. Значит, для рукава на тонкие спицы я набрала вот мое количество 44 петли. У вас же, смотрите, свое. Далее провязала 10 рядов. Сейчас в 11 мне нужно добавить 19 петель. Вам же вот все показатели для каждого размера. Это получается приблизительно через 2 петли. Вот во всех размерах это так плюс-минус. Возможно, одна будет лишняя петля. Так что переконтролируйте, пересчитайте, перепроверьте, чтобы у вас получилось вот такое количество петель по итогу. Сейчас после вот этого ряда через 2 петли я добавляю по 1 петле, потом перехожу на уже спицы 3,5 миллиметра и перехожу на узор. Вот, давайте буду объяснять по... Вот видите, после того, как я добавлю, еще провяжу изнаночный ряд спицами 3,5 миллиметра и перехожу сразу на узор ромбы. Далее, что делаем далее? Мы будем добавлять в каждом 4-м ряду по 1 петле. Рукав достаточно широкий, по 1 петле через 3 ряда в 4-м ряду. Так, я думаю, понятно, да? И вяжем до нужной нам длины. Вот, я думаю, понятно. Да, вот оно начало. Всего 12 рядов. О, забыла написать. 12 рядов чулочной глади. И добавление в 11-м ряду, 12-й просто по узору, ну, то есть изнаночными петлями. И далее уже начинаем вязать узор. Так, я думаю, понятно. Это добавление для каждого размера после этой чулочной глади и на выходе петли, которые должны получиться. Итак, девчонки, финальная версия нашего рукава. Еще без ВТО, только постирала еще. Придется мне еще немного гладить. Вот это моя финальная версия. Значит, еще будут сейчас без сантиметров. Вот те, которые я вкладываю, те уже с сантиметрами, которые у нас нарисованы зеленым фломастером. Вот, то есть петли у нас с синим фломастером в доработанной версии, сантиметры с зеленым фломастером. Вот. Что еще по поводу убавления? Значит, добавляла я, боже, в каждом 4-м ряду 10 раз, вот, исключая вот эту зону этого валика, там не надо. Далее в каждом 8-м ряду 5 раз. Вот всего 30 петель добавлено. По итогу у нас у оката должно быть вот такое вот количество петель. И далее мы делаем укороченными рядами. Вот оно видно, что сразу 2 ряда я провязала после валика узора и начала делать укороченные ряды. То есть на пятой этой полосе узора. Вот 4 у меня. Вот 4 у меня как бы сам рукав. И на 5-й этот окат. Вот в принципе и все. С деталями мы разобрались. И осталась нам сборка. Теперь я уже постирала детали, сейчас я их разутюжу и промеряю в сантиметрах. Девчонки, я все разутюжила, промерила. У вас на протяжении видео будут выскакивать, это сейчас я уже понимаю, что я их просто в нужном месте буду вставлять, вот эти вот схемки, чтобы вы потом не рылись, не искали. Вот я об этом говорю. И она у вас выскочила. Спинку мы вяжем, и она у вас схемка выскочила. Вот, это сейчас уже в конце. У меня они все готовые, да. Вот. У вас же они будут в начале видео. Я их откладываю. Что хочу сказать по поводу ВТО. Девчонки, очень аккуратно я утюжила по изнанке, чтобы не нарушить структуру вот этих вот валиков. Вот, чтобы они остались такие объемные. И утюжила на кровати. Знаете, зачем? Для того, чтобы была мягкая поверхность, максимально мягкая, чтобы они на изнанке могли там утонуть, да, чтобы вот эта часть у нас разутюжилась, а валики остались как бы объемными. Вот, что хочу еще. Хотела сказать, что утюжим не на большой мощности, тепленьким утюгом, чтобы чуть-чуть сделать вот этот, расплющить этот узор, чтобы сделать этот эффект. Не перестарайтесь, пожалуйста. Вот. Ну, а сейчас я сошью детали. Вот по сути все, девчонки. Вырез горловину, вот эту планку, я выложу отдельным видео, потому что я его потом еще буду очень часто использовать, поэтому подробно, пошагово, вот я сделаю отдельное видео на планочку. Ну, в принципе, все сказала. Результат вы уже видите, сколько пряжей начать вы уже можете. Планку выложу в ближайшие дни. Поэтому прощаюсь сегодня. Вот, девчонки, вяжите, я вам говорю, вяжите, девчонки, потому что результат того стоит. Вот правда. Я, конечно, измучила он меня немножко, но тем не менее я результатом довольна. Вот правда, очень довольна результатом. Все, всем пока, девчонки.